Информационная служба канала RTVI продолжает свою работу. Меня зовут Сергей Кенин. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Американцев бояться не стоит. Социологи Левада-центра зафиксировали снижение числа россиян, которые считают США угрозой безопасности для других стран. Таких оказалось 69%. Это рекордно низкий показатель за последние 10 лет. При этом все больше граждан верит в то, что сама Россия угрожает другим странам. Такую тенденцию в Москве объясняют тем, что западная пропаганда очерняет образ России. На этом фоне ожидаются очередные переговоры главного американского дипломата с российским политическим истеблишментом. Тема дискуссии в материале моей коллеги Нины Шамугиан. В Москву едет госсекретарь. В четверг, второй раз с начала года, в Россию прибудет Джон Керри. Не исключено, что визави американского дипломата станет не только Сергей Лавров, но и президент Владимир Путин. В Кремле встречу не исключают. В общих чертах обозначили тему американо-российского диалога на Смоленской площади. Это Сирия, Украина, Нагорный Карабах, Афганистан и Южная Корея. Впрочем, в Министерстве иностранных дел России начали за упокой. Ситуация в российско-американских отношениях остается сложной. Они серьезно пострадали от недружественных шагов, предпринимаемых Вашингтоном с начала 2014 года. В этом ряду разрыв связей во многих областях, введение противоречащих международному праву санкций против российских физических и юридических лиц. Одним из результатов стало сокращение на треть двустороннего товарооборота. На основе взаимности отвечаем на попытки США нанести нам ущерб, в том числе на опасные действия в военной сфере. При этом до американской стороны последовательно доводится, что конфронтационный курс в отношении России бесперспективен и даже опасен, а конструктивное взаимодействие возможно только на основе равноправия, невмешательства в наши внутренние дела и учета российских интересов. Интересно, что Керри отправляется в Москву через несколько дней после саммита НАТО в Польше. В коммюнике о трансатлантической безопасности, принятом в Варшаве, говорится о растущей агрессивности России. В связи с этим военно-политический блок решил закрепить свое присутствие в Восточной Европе. В российских официальных кругах считают, что НАТО действует под диктовку США. Оппозицию альянса называют близорукой. Тем не менее, и в Вашингтоне, и в Москве понимают, что глобальные вопросы без сотрудничества не решить. И один из этих вопросов – сирийское урегулирование, которое стороны видят по-разному. Россия требует от США размежевания оппозиции экстремистов в Арабской Республике, а также скорейшего созыва очередного раунда межсирийских переговоров с спецпредставителем ООН Стефаном де Мистурой, который, как выразился Лавров, отлынивает от своих обязательств в ожидании американо-российских договоренностей по Сирии. Внешние игроки, в том числе Россия и США, в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии, могут и должны повлиять на этот процесс, должны побуждать стороны к конструктивности, к поиску компромиссов, но подменить российско-американским дуэтом межсирийский переговорный процесс невозможно. И я считаю, это очень вредный сигнал, который тем самым посылается непримиримой оппозиции в лице так называемого высшего переговорного комитета, который только и занят тем, что выдвигает ультиматумы об уходе Асада, о каких-то там крайних сроках. О сроках говорят и гуманитарные организации. В Сирии после окончания Рамадана и связанного с ним прекращения огня боевые действия вновь активизировались. В провинции Идлиб жертвами авиаудара по полевому госпиталю стали 3 человека, включая ребенка. В целом за последние пару дней погибли не менее 8 мирных жителей. Раненых – десятки. О военных успехах в Арабской Республике рапортуют в Министерстве обороны России. ВКС уничтожили лагерь террористов Исламского государства. Но боевые победы Москвы на Сирийском фронте, как оказалось, не повод для сотрудничества с ней. Пентагон не пригласил Россию на встречу министров обороны государств международной коалиции, противостоящей ИГИЛ. С одной стороны, Москва не входит в коалицию. С другой, и на саммите НАТО присутствовали руководители стран, не входящих в блок, но сотрудничающих с альянсом. Следуя этой логике, аналитики приходят к выводу – ни о каком реальном сотрудничестве между Западом и Россией по борьбе с ИГИЛ нет. На самом деле есть соперничество, объясняемое борьбой за влияние на Ближнем Востоке. Нина Шамугия, RTVI. Продолжаем. 2 пассажирских поезда столкнулись на юге Италии. Десятки погибших и раненых. По неизвестной пока причине составы двигались навстречу друг другу по одной колее на большой скорости. Первые вагоны обоих поездов оказались сильно искореженными. Точная причина аварии на этом этапе не может быть известна, но по предварительной версии в лобовом столкновении сыграл роль человеческий фактор. Предполагается, что один из машинистов не дождался зеленого света семафора. Отмечу, что трагедия произошла на оживленной железнодорожной ветке, по которой ежедневно курсируют около 200 поездов.
Евросоюз введет санкции против членов Евросоюза. Под финансовым ударом оказались Испания и Португалия. Совет министров экономики и финансов стран-участниц ЕС, так называемый ЭКОФИН, обвинил власти в Мадриде и Лиссабоне в неэффективной работе и непринятии достаточных мер для снижения дефицитов своих бюджетов. А это означает запуск процедуры наложения штрафа на Испанию и Португалию. Он может варьироваться от 0 до 0,2% от ВВП этих стран. Впрочем, решение ЭКОФИНа пока промежуточное. В течение 20 дней Еврокомиссия должна представить предложение по санкциям. В свою очередь, Мадрид и Лиссабон в течение 10 дней могут направить в Брюссель свои аргументы, обжаловать решение или подготовить запрос на снижение штрафов. Следующим шагом должно стать письмо испанского и португальского правительств к Еврокомиссии с их реакцией на угрозу введения санкций. И я надеюсь, что это будет наступательное письмо, а не оборонительное. То есть они должны наметить дальнейшие шаги, которые позволят разобраться с бюджетными вопросами. Уверен, хороший наступательный подход поможет им при принятии комиссии решения. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI и моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго.